беспроводные микрофоны SkyDisc VL28. В комплект входит инструкция на русском языке. Микрофонная база. Два радиомикрофона. Пробные батарейки для микрофонов. Кабель для подключения совмещенного выхода джек 6.3 на джек 6.3. И адаптер питания. Давайте подключим SkyDisc MIC VL28. Для этого используем провод джек 6.3 на джек 6.3. И подключаем ваше устройство в специальные разъемы. Например, если это микшерный пульт, то в соответствующий разъем для микрофона регулируем громкость. Main. Если это напрямую в вашу акустическую систему, то у нее должен быть специальный микрофонный разъем. В случае, когда ваш микрофон не коннектится с базой, либо он пересекается с частотами других микрофонов, например, у вас две микрофонные базы такого типа, можно сменить частоту. Для этого нажмите кнопку Set и поменяйте частоту вручную, ну, например, таким образом. Затем вам понадобится взять микрофон один, снять кожух, и вот здесь вот будет инфракрасный глазок. Далее. Таким образом, вам надо будет инфракрасный глазок совместить с инфракрасным глазком базы. И нажать кнопку Set. Как мы видим, Частоты синхронизировались, работы. Раз, два, три, проверяем, есть сигнал. Также мы проверили радиосистему SkyDisc MIC VL28 в караоке. Мы ее подключили к караоке-приставкам домашним, цифровым. Подключали также к профессиональному караоке-оборудованию. С уверенностью могу сказать, что все хорошо работает, хорошее качество звука, ничем не уступает более известным моделям именитых брендов.